Привет! Вы на канале Яна Кляйн. А кто это с тобой? Это моя Бадака. Это Янина Бадака, она же собака. Янина подружка, да? Ну что, Ян, давай расскажем, что у нас сегодня у тебя будет. Пони! У нас сегодня не совсем пони. Это единороги Филли, серия «Русалки», самая новая серия с настоящими кристаллами Сваровски. Тут какой-то особый блестящий. Что-то там еще, наверное, какие-то карточки. У нас 5 пакетиков. Посмотрим, что там будет внутри. Ой, какая красивая русалка-единорог. Это же единорог? Смотрите, ребята, какая красивая. Ой, у нее такой хвостик. А хвостик не снимается? Нет. А где кристаллы Сваровски? Вот кристаллы Сваровски. Вот здесь вот. В короне. А еще у нее какая-то ракушка вот здесь. Держи. Что это за красотка? Вот. Она вот так, можно ее посадить. Ее зовут Музыка. Музыка? Музыка. Представляешь? И там целая брошюрка вот с какими-то всякими пони, русалками и так далее. Ну, я, наверное, была права. Там и пони есть, и единороги. Ну, называются единороги Филли. Это мультик. Это мультик. Мультик такой есть. Вот здесь нарисованы все русалки, которые могут попасться. И открою второй пакетик. А почему собака не помогает? Я помогаю. Я помогаю тем, что не мешаю. И что здесь за русалка? Ой, какая красивая! У нее синий кристалл Сваровски в короне. Как ее зовут? Доставай карточку. Смотрите, ребята, с синеньким хвостиком блестящим. Вся блестит и такая бархатная. Морская звезда у нее в гриве. Очень красивые игрушечки. Белый кто? Энди. Это мальчик, его зовут Энди. Может быть, наверное, мальчик. Энди. Зовут Энди, а может, девочка Энди. Давай открываем третий пакетик. Кто он там попадется? Итак, брошюра снова. Ой, что, точно такая же русалка? Ну, ничего страшного, очень красивая русалка. Пони-русалка. А где карточка? Вот здесь карточка. Это тоже Энди. Вот такая русалка с синим хвостом. Там ножки. Ножки? Нет, ножки. Хвостик? Это такие блесточки. А, блесточки. А посмотри, на пальчиках остаются блестки. А, страшно? Они красивые. Это специальные блестки, чтобы было красиво. Кати, что? Кати, я могла делать китать. Итак, у нас четвертый пакетик. Всего у нас 5 пакетиков. Брошюрка. Ой, я вижу, что ты... Новая русалка! Это то я вижу. Я Давай посмотрим, как зовут. Смотрите, ребята, с зеленым хвостиком русалка. С зеленым кристаллом Сваровски. И тоже ракушки в волосах. Какая-то красивая зелено-розовая грива. Очень красивые игрушечки. И ее зовут Челси. Челси? Челси. Просто красотка, да? Что ж твоя бадака падает здесь? Осталось у нас один пакетик. Один пакетик остался. И кто здесь? Ух ты, это какая-то королевская русалка. Там есть много блесток. Давай, много блесток, давай посмотрим. Смотрите, ребята, какая очень... Красивая русалка, единорог. Тоже с ракушкой. И у нее здесь раз и два кристалла Сваровски, разноцветный хвостик.
Она самая большая, наверное, среди них всех. Как же ее зовут-то? Как ее зовут? Где карточка? С именем. Есть карточка там? Доставай. Там и то. Есть карточка. Еще брошюра и карточка. Давай, как ее зовут? Так, Аня, я. Как ее зовут? Ее зовут Глиттерина. Ее зовут Блесточка. Вот она здесь нарисована, это какая-то королевская, супер блестящая. Она самая большая вместе с Шайни. Вот такой набор замечательных русалок. Пони-русалки, представляете? Никогда не слышал. А ты слышала когда-нибудь? Да. Пони-русалки. А знаешь откуда? У нас был набор. Помнишь, такая коробочка, там где были всякие подводные украшения, и там же пони-русалки были. Нет, один пони. Да, одна пони-русалка была. Ну что, ребята? А вот они идут. А это друзья нашей той русалки. Ребята, у нас сегодня был набор Филли-русалки, самый-самый новый. Вот такие русалки классные нам попались, просто они... обалденные. Море. И живут они в море. Вот попалась нам Глиттерина, Музыка, Челси и две русалки Энди. Они, с голубой гривой. Они все купаются в воде. Все купаются в воде. Такие классные русалки. Ну что, Ян, тебе понравились эти русалки? Mm-hmm. Кто тебе больше всех понравился-то? Все? Ребята, а вам понравилось наше видео? Да. Если да, ставьте лайки. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!